Поверните налево, затем своим домом дарю цветы. Да? Хотя бы посмотреть. Посмотреть. Девочки. Понюхать. А там очень будет круто. Это самый крутой парк цветов. Да. Ну что, девочки, припевочки, мы приехали, Magic Garden. Вот он сайт. Да? Губки. Правила есть правила, это ты у тебя можешь. Ага. Я взяла помаду. Ой, ну приехали. Сейчас пойдем смотреть цветы. Короче, мы ошиблись. Угу. Это оказался парк бабочек, а наш парк цветов за поворотом. Вот идем. Дети пойдут на качели. Все интересное будет дальше. Пойдемте, пройдемся, если что, на обратном пути покатаемся. Можно зубы почистить, кто забыл. Так. Italia. Please proceed to information desk. Hello. I request you, Mr. Abhijit, why you ready for India? Это все качели.
Слоник. Да, и Гуфи. Почему не синий цвет? Почему не белый цвет? Робус. Вот это пингвинчики, вот это да. Я бы не мог это там делать, пожалуйста. Мама, я знаю. Что такое? Прыщ. Прыщик. Ты к котикам идешь? Вместе запах вон воняет. Очень много цветов. Очень слишком. Мама, а сфоткаешь меня на ступеньке? На вас альбан. Мама, не пугай. Сейчас девушка развернется и пойдет. Роскошные слоны. Как красиво сделаны. Дарья подарила мне цветок. Моя прелесть. Красиво, как спасибо. Thank you.
Все, все, ей уже плохо. Назад облокоти. Шикарный парк. Гулять здесь можно очень долго, но у нас ограничено время. Можно здесь и в кафе посидеть, и у детей. Куча развлечений в гамаках. Кататься. Очень классный парк. Очень много известных мультиков сделано из цветов. Очень понравилось мне. Парк стоит 55 дирхам на взрослого и 40 дирхам на ребенка. Это примерно 1700 это будут стоить. 1800 это стоит два взрослых и дети в районе 1500. Итого всего вместе 3500 рублей. Плюс такси до сюда. Роскошный парк.